Первый весенний день лучшие юные умы области встретили в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность». В течение недели здесь будут проходить все этапы конкурса «Ученик года 2017». Домашние заготовки, творческая мастерская, импровизация, конкурсы на проявление коммуникативных и лидерских качеств и многое другое. Ученица 10 класса Евгения Деникаева не скрывает, что приехала именно за победой, ведь участие в конкурсе было ее заветной мечтой многие годы. Во-первых, это саморазвитие, познание того, как познание своих возможностей, на что ты способен, проверка себя. Это, конечно же, пригодится в будущем, когда мы уже отучимся, проявимся в профессии, и так или иначе, каждый из нас будет бороться за свое место под солнцем, и этот конкурс будет помогать в некотором смысле. 24 участника со всех уголков области и только один победитель. Выбрать лучшего из лучших – очень нелегкая задача, уверяют члены жюри конкурса, ведь следующий этап – всероссийский. Это люди очень творческие, разносторонние, развитые, ну, это самые наши звездочки региона. Конкурс с 20-летней историей завоевал большую популярность среди старшеклассников региона. Особенностью этого года стало то, что и содержательная часть, и конкурсные испытания направлены на экологическое сознание школьников. Цель вообще и задача этого конкурса, она достаточно проста. Она направлена на формирование активной жизненной позиции наших старшеклассников. Она направлена на то, чтобы ребенок через свое уже детское творчество мог проявить свою активную гражданскую позицию. И важным составляющим является именно творчество, детское творчество. Уже в эту пятницу будут подведены итоги, и ученик, ставший победителем, представит наш регион на финальном этапе, который пройдет на территории Ульяновской области в конце марта. На этот раз состязаться придется с лучшими учениками со всей России. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.